Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 22 года, почему у меня не складываются отношения с девушками? Пишите вы, терплю постоянно одни неудачи. Что мне делать, где мне знакомиться с ними? Я сам по себе стеснительный. Ну, в первую очередь, хочется сказать, что вам бы обратить внимание в данном случае на то, как вы, в принципе, задаете свой вопрос. Вот, предполагаю, что как-то вот мы несколько лучше знаем, где с ними знакомиться, и несколько лучше знаем какую-то, так сказать, вашу ситуацию. Вот. То есть почему вы думаете, да, что вот мы лучше знаем, ну, условно говоря, вот, где вам знакомиться и что конкретно вы как бы делаете не так. Да? Вот. То есть почему вы так считаете? Вот. Это, пожалуй, первое, на что хочется обратить ваше внимание. А второе, на что хочется обратить ваше внимание, это, в общем и целом, на то, что как бы какую цель, условно говоря, вы преследуете. Да? А когда вот пытаетесь познакомиться с девушками. Что это за цель ваша, например? То есть вы пытаетесь познакомиться с девушками, чтобы что? Сейчас, на мой взгляд, ситуация выглядит так, что вы, на мой взгляд, да, вся ситуация выглядит так, что вы пытаетесь, значит, вот, познакомиться с девушками для того, чтобы, например, самоутвердиться. Вот. Так это выглядит сейчас. И если вы таким образом, таким способом пытаетесь, например, самоутвердиться, допустим, вот, то мы здесь, конечно, имеем проблему, проблему того, что за счет девушки, за счет девушек, за счет, ну вот, выстраивание с ними отношений, да, с девушками я имею в виду, а вы, на мой взгляд, не сможете решить проблему своей неуверенности в себе, например, да.
Дальше. Вы говорите про то, допустим, что вы стеснительны. Почему вам не кажется в данном случае, например, что имело бы смысл, поработать с этой историей? То есть имело бы смысл поработать с тем, чтобы вы стали вот как-то более уверены в себе, например, да? Посмотреть, где и как вы себя подавляете, ну вот. В чем и как вы себя подавляете. И поисследовать данный момент. Вот. Поисследовать данный аспект. На мой взгляд, это было бы весьма для вас хорошо. И вы могли бы тогда чувствовать себя куда более уверены, чем сейчас вы себя чувствуете, да, чем сейчас вы себя, допустим, ощущаете и так далее. Вот. То есть ситуация в данном случае вот, была бы для вас, ну, гораздо более, так скажем, позитивной, вот, нежели чем сейчас. Но для этого, как мне, по крайней мере, кажется, ну вот я имею в виду, для того, чтобы вам с этим разобраться, вот, имело бы смысл поисследовать для начала, в чем и как вы себя подавляете. Вот. Понимаете, да? То есть тут аспект, вот он такой. А что касается того, где искать знакомство, где знакомиться, то мне кажется, что не так важно, где вы будете знакомиться, вот, сколь важно, по поводу чего вы с девушками знакомитесь. То есть, иными словами, если вы, ну, выбираете, вот, к примеру, да, знакомиться
не исходя, там, допустим, из своих вот интересов, которые есть у вас, а если вы выбираете знакомство с девушками, например, исходя из, так сказать, ну, аспекта того, где вам кажется, вы лучше познакомитесь с ним, вот, то, конечно, ситуация, на мой взгляд, для вас выглядит куда более проигрышной. То есть, чтобы знакомство проходило корректно, чтобы знакомство проходило естественно, вам, на мой взгляд, нужно сначала посмотреть на то, а какие же вообще-то у меня, грубо говоря, есть интересы, вот. Потому что, если у вас достаточно, мало интересов, например, вот, если у вас их немного, или если вы не очень вообще понимаете, там, к примеру, чего хотите, да, вот, то, соответственно, эта проблематика будет у вас присутствовать. Вот, поэтому мне кажется, что он свой вопрос вы немножко, так скажем, некорректно ставите, вот, потому что, ну, вы немножко вот как бы, ну, делаете немного не всех предпосылок, вот, создаете. И, соответственно, на этом из-за этого вам так тяжело. Соответственно, я бы рекомендовал вам обращать внимание, в первую очередь, именно на то, что вам хочется, на то, что вам интересно самому по жизни, и уже потом дальше в ходе этого смотреть, значит, какой человек, кто может разделить ваши интересы. И вот тогда вы получите как раз таки максимально естественно значит, ну, максимально естественную среду для знакомства. Вот. Я бы так сказал.
данном случае. Ну а стеснительность в целом это вот про подавление, про страхи и, соответственно, у вас знакомство с девушками может не получаться еще и по той причине, что вы не с девушкой пытаетесь познакомиться, да, а пытаетесь компенсировать вот свою какую-то неуверенность в себе, допустим, да, вот. Ну, конечно, вам, ну, не добавляют естественность и успешность. Вот. Поэтому здесь, как мне кажется, работа с вашими страхами в первую очередь важна, во вторую очередь, значит, ну, обретение определенных векторов. Вот. Модели поведения вашего, да, то есть, чтобы более вы внимательны были к себе, чтобы более вы чувствовали себя, то, что вам нужно, чтобы вы более чувствовали свои приоритеты. Вот. И двигались как-то вот по жизни. Вот. Стеснительность вам это сейчас делать мешает. Но правда также и в том, что вы изначально выбираете такую модель поведения с девушками, при которой вас не воспринимают как личность. То есть вы заведомо заранее проигрышной ситуации находится. Вот. Ну и обрекаете себя на неудачу по большому счету. Поэтому из данной ловушки, вот, в которой вы оказались, вам бы имело бы смысл выходить, делать это лучше всего с помощью психолога, вот, потому что так наиболее эффективно, но наиболее быстро вам можно будет помочь, в принципе. Вот, а самостоятельно у вас, ну, скорее всего, не получится, потому что если бы вы могли, да, ну, вы бы, я думаю, уже, в принципе, решили бы свою проблему. Вот. Так что определиться вот с этим направлением, определиться с тем, как вы будете вот в данном случае, ну, как бы, решать свои трудности, вот. Мне кажется, вот что это первое, с чего нужно было бы начать. Вот. А дальше уже смотреть, как что, в какую сторону, в какое направление вам двигаться. Вот. А на этом, значит, пожалуй, все. Вот. Значит, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это вот позволит как-то
начать работу вам над собой. Вот. Позвольте вам двигаться вот в тех вот, ну, направлениях, значит, в которых вы хотели бы двигаться. Вот. Вам я желаю всего самого доброго, удачи и буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.